дела? Как настроение? Как фест? Фест супер. К сожалению, нету времени все посмотреть. Сейчас прошел мимо шатра Dungeon and Dragons. Слеза навернулась. Скупая мужская. Потому что надо идти работать. А кубики пороляем потом. А как вообще атмосфера, настроение? Как в целом? Да все супер, профессионально, все отлажено, как часы швейцарские или московские, офицерские. Супер, тогда не против, перейдем к вопросам? Конечно. Елена Ларина, телеканал «Арт Питер». Такой вопрос, когда вы почувствовали, что вы желаете жить творчеством, когда это произошло, и вот эта смелость, которая ведет по собственному пути, откуда она взялась и как она продолжается? Спасибо за вопрос. Это появлялось с самого детства. Я из творческой семьи, у меня бабушка проработала всю жизнь актрисой русского драматического театра башкирского. Отец писал стихи, я вдохновлялся. Приходила наплывами желания, потом уходила, и ты думал, что артистом быть невозможно, наверное, я буду юристом или еще кем-то. Потом посмотришь какой-нибудь фильм, типа «Школа рока» там с Джеком Блэком, и опять такой: «Я хочу быть рокером». Потом: «Да какой рокер?» И вот так вот туда-сюда плавал, но в 19 лет наконец-то уже пришло осознание, что в принципе это все реально. Спасибо. Алмаз, добрый вечер. У вас очень много песен про Петербург, тот же Невский, строчки про Петербург. Обложка под «Новый баланс» была буквально здесь, через дорогу. И хочется узнать, какие еще места в Петербурге вы можете порекомендовать, где вы постоянно тусуетесь или, может быть, играете как раз Dungeons & Dragons. Спасибо за вопрос. Ну, в Петербурге, когда я приезжаю в Питер, я сразу иду в китайский ресторан «Чуфальня» под названием «Щищи». Вот. Также я очень люблю Питер с воды. Здесь есть у меня товарищ, который мне подгоняет катерочки. Мы встречаем закат на Лахта-центре, здесь недалеко. Как-то так. Спасибо большое. Здравствуйте. Денис Лам, аниме-телеканал «Сумико». Кстати, материнская компания находится в Уфе. Это группа компании «Уфанет». Круто. В общем, привет, Исипайлову. Привет. В общем, такой вопрос. Ты сам смотришь аниме? Конечно. Сегодня буквально смотрел. А можешь назвать свои топ-3? Ну, сейчас вот я смотрю «Магическую битву». Это сейчас самое популярное аниме в мире стало. Младший брат моей жены тоже смотрит. Ему 15, мне 32 скоро будет, но нам есть о чем поговорить. «Человек-бензопила» — хороший тайтл из последних. Интересная такая прорывная рисовка, использование 3D. Все любят «Берсерк», но, к сожалению, он толком не закончен. И там грандиозное начало, интереснейшее. Просто «Игра престола» по сравнению с «Берсерком» — ни о чем. Но конец, конечно, подкачал. Вот, также много полнометражных крутых, например, «Акира», очень крутой, Канье Уэст вдохновлялся, кстати, он сейчас в Москве, скоро надо будет с ним увидеться обязательно. Что еще? «Алита», «Боевой ангел», «Цельнометаллический алхимик», «Ван Панчман», «Наруто», вот у меня «Крокс» из «Какаши». А, слушай, и последний вопрос. Да. Если бы ты делал... Я знаю, что у тебя, ну, занимался театральным творчеством, ага, ставил театральные постановки. А если бы у тебя была возможность создать свое аниме, о чем бы оно было? Я сегодня только об этом думал, что если бы у меня была бы сейчас, например, какая-то инвестиция хорошая на разработку всего этого, чтобы, знаете, энергетический ресурс появился на все это дело, я бы сделал какое-то аниме про Российскую империю и революцию, и переход вот в Советский Союз. Мне бы очень хотелось посмотреть на Ленина в аниме-рисовке. Ну, знаете, вот это вот видео недавно завирусилось, где девочки анимешные едут на танках и поют «Катюшу». Мне кажется, это идеальное сочетание. Спасибо большое. Еще. Привет, Маша Вакакит. Расскажи, пожалуйста, как изменился портрет твоего слушателя за время твоей карьеры? О, спасибо, отличный вопрос, только недавно об этом говорил. Когда я начинал свою карьеру в 2012 году, я еще совершенно не был знаком со своим слушателем, и я как-то был, знаете, больше модным, нежели любимым.
артистом. И ко мне приходило очень много случайных, залетных людей. И в основном они все были школьниками. И я даже немного их боялся. Они шумели иногда. И я не совсем понимал свою аудиторию. Но сейчас вот уже я вижу, вот у нас совсем недавно был тур, я вижу то, что все эти дети, кто остался, кто действительно полюбил меня за музыку, а не просто из-за того, что я был в моде тогда, они остались, и еще они выросли. И то есть у меня сейчас аудитория такая интересная, от 20 до 30 лет в основном, очень много парочек, и у нас вообще такая атмосфера ламповых вечерних концертов. Мне это очень нравится, супер адекватная публика, очень приятно с ними разговаривать, шутить, и нету вообще никакого, знаете, типа хаоса, нету никакой токсичности, очень-очень душевные люди. Спасибо большое. Спасибо большое, друзья. Есть ли еще вопросы? Здравствуйте, телеканал «Арт Питер» Алексей Ряков. Такой вопрос коварный немножко. Три ваших любимых песни. Вот ваших и ваших любимых. Почему? Спасибо за вопрос. Конечно, самые мои любимые песни – это те, которые еще не вышли. Которые я слушаю у себя в айфоне, над которыми работаю на студии. Давайте пока об этом не будем, потому что даже если я назову их, никто их не знает. Давайте выберем что-то из уже существующих песен. Это однозначно песня «Миллион», песня «Rolling Stoner» и, наверное, песня «Pull It Lava», предположим так. Ничего такого супер оригинального, к сожалению, но песни хорошие. А почему их вы выбрали? Песня «Миллион» вообще частично написана мной в 13 лет. Пару строчек я взял из детства самого. Также это единственная моя песня без единого удара барабана. Очень лиричная. Под эту песню всегда люди включают фонарики, делают предложения. Знаете, на свадьбах часто танцуют медленный танец под нее. Поэтому это действительно приятно. Вот. «Pull It Lava», потому что это единственная песня, которая была по всем пабликам ВК в духе «Тазы валят», «Девятки». Вот «Бас бустует». Тоже неплохо туда было зайти. И «Rolling Stoner», потому что это песня, с которой я себя отождествляю вообще. «Я кудрявый» — это песня про перекати поле. Я люблю путешествовать, мне нравится вот какая-то легкость, какая-то вот культура хиппи, автостопа. Вот эта романтика в духе книги «Керуак на дороге». Вот. Ну и я очень до сих пор вдохновляюсь от этой песни, делаю множество вещей, связанные с этой песней, мерча, украшения, просто сено импонирует мне, вот. Спасибо большое, это был заключительный вопрос, мы благодарим вас за то, что пришли к нам в гости, в наш замечательный пресс-центр. Желаем творческих успехов и всего самого-самого наилучшего. Спасибо. Большое спасибо, ребят, вопросы были очень интересные.